Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Как и обещал, мы продолжаем знакомство с Bittrex24, и сегодня я хотел бы коснуться темы, уже непосредственно связанной с CRM. То есть системы управления общением с клиентом, или в случае с НКО, скорее с партнером или подопечным. Вообще, Bittrex24 – это платформа, которая теоретически должна покрывать все организационные вопросы, с которыми сталкивается компания. Мы уже поговорили о том, что здесь сотрудники общаются, ставят задачи, решают задачи, следят за их выполнением, создают группы внутри организации, запускают совместные проекты. Более того, в Bittrex24 делают сайты, проводят рассылки. Здесь можно подключить IP-телефонию. В общем, я понял, что рассказать обо всем просто невозможно. Поэтому давайте сейчас посмотрим вот на эту вкладку попристальнее, а остальные оставим пока за скобками. CRM изначально это из области маркетинга или менеджмента, то есть это про продажи. Вот тут на первой странице представлен такой демо-отчет, который при работающем Bittrex'е заполняется автоматически. И видно, что тут такие чисто менеджерские примочки, типа загрузки сотрудников, мы победили или проиграли, планы продаж и так далее. Ну то есть Bittrex анализирует эффективность работы компании, исходя из продаж, что логично. То есть здесь вы проводите сделки и следите за их продвижением. Выставляете какие-то коммерческие предложения различным компаниям и также следите, чтобы они не ушли куда-то в песок. Здесь формируется воронка продаж и так далее. И основной смысл всего этого – сделать так, чтобы любое действие приводило к какому-то результату. Пусть и отрицательному, но результату. Чтобы дела не бросались на полпути из-за неорганизованности и разгильдяйства, а доводились до конца. И вот в этом CRM может быть востребовано и любое НКО. Разгильдяйства, к сожалению, хватает везде. Поэтому, если выкинуть все чисто маркетинговые механики, CRM – вещь крайне полезная для учета всего, что происходит. Появился у вас новый контакт, любой. Не записывайте это на стикере и не клейте на компьютер, отклеится. Заведите контакт сюда. Это связано с организацией, с вашей деятельностью, неизвестно кому и когда из ваших коллег он понадобится. Пишите все, что знаете, все может пригодиться. Знаете реквизиты – добавляйте реквизиты. Потом это упростит выставление счетов, если таковые появятся. Все, и есть контакт. В любое время можете написать ему письмо или запланировать встречу на какое-нибудь число. Потом контакты могут начать обрастать историей, какие-то появятся предложения этому контакту. Вдруг вы выставите какие-то счета, портрет вот можно добавить, ну и так далее. То же самое, например, с компанией. Появился у вас новый партнер, клиент, донор, неважно. Еще никаких дел с ним нет, но уже можно заводить карточку, пусть будет. Никто не знает, когда и что может понадобиться. Это информация, а информация правит миром. Чистый CRM работает, конечно, по-другому. Все, что здесь есть, помогает продажам. Счета, например, вы выбираете, кому выставить, система автоматически его формирует, потому что реквизиты вы заполнили в карточке компании, и дальше вам остается тоже только следить за тем, чтобы он был оплачен, а не забылся, как обычно бывает. Появился новый клиент, еще ничего про него не понятно, известно только имя и чем он заинтересовался, неважно. Добавляйте его в лиды. Это типа первая стадия, когда человек еще никак не соприкасается с организацией. Со временем, возможно, он станет контактом или партнером. То есть смысл Bittrex в том, чтобы никакая информация не пропадала, чтобы все оставалось в системе. Как это заточить под НКО? Ну, вот именно так. Подумайте, сколько разноцветных стикеров навсегда канули в лету под безжалостную руку уборщицы. А ведь за каким-то стикером, возможно, скрывался какой-нибудь классный проект, о котором потом ваши внуки слагали бы легенды. Еще раз, эта платформа очень большая, тут очень много всего. Очень сложная, но понятная. Тем более, что на сайте платформы очень удобная справка. В любом случае, я уверен, что то, что вы уже знаете, и то, что лежит на поверхности, сильно облегчит вам ваши ежедневные организационные труды. Все, любите друг друга, ставьте Bittrex и просто начинайте работать. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.